Привет, ребята! В прошлом году мы взорвали копейку 112-ми корсарами. Получилось настолько жестко, ай-яй-яй, а перед этим мы засунули выхлопную трубу корсар с другой стороны кокоса, но как рвануло, и мы решили на той основе, на той идее сделать свою собственную аннигиляторную пушку, где движущей силой будет 12-й корсар. Вот такая вот штука, ребята, поджигаем, бросаем, переходим на полигон! Место мы выбрали символично, именно здесь мы взрывали копейку. Кто помнит, ставит лайки, кто не помнит, подписывается на Live Today, чтобы кнопка, не дай бог, была такого же цвета, как моя куртка. Ребята, не вздумайте повторять за нами, очередной раз напоминаем, потому что то, что мы уже делаем несколько лет. Мы профессионалы своего дела, делаем все в контролируемых условиях, с средствами защиты. Сейчас пойдет дисклеймер, вы же, ребята, не повторяйте. Значит, ребята, наша аннигиляторная пушка с виду обычная труба, имеет заваренное дно, сошки, прицел. Но не все так просто. Внутри есть кое-какие переделки. Мы вам рассказывать, естественно, не будем, иначе нам отключат монетизацию, мы потеряем деньги. Оно вам надо? Нам нет. Значит, ребята, движущая сила, мы уже выяснили, будут корсары, а в качестве снарядов у нас будут баскетбольный мячик. Куда ты полетел? А че кря-кря? И бутылочка шампанского бутылочка. Но не все, еще кокос, яблоко, апельсин, капуста. Блин, и баночка пепси. Пока мы, ребята, готовились к съемкам, наше яблоко захотели отжать. Или это зрители собираются смотреть на экшен? Отжали мы у жука яблоко. С трудом, конечно, но... Кто поджигает? Не знаю, я погнал ловить вообще. Кого, яблоко? Да. Ну давай, давай. Кто поджигает? Второй вопрос. Давай. Я заряжаю. Блин, стрёмно, стрёмно, ребят. Лови яблоко! Блин! Вот это жесть! Яблоко прямо в карьер упало! Это капец, вы это видели? Просто жесть! Яблоко улетело метров на 50, словить было просто нереально. Поэтому, ребята, сейчас меняем угол вертикальной наводки и продолжаем эксперимент. Крути, крути, крути еще. Еще крути, еще крути. Оп. Поправочка на ветер. Оп. Порядок? Порядос. Пусть козел Мефодий на нас не обижается, но следующая полетит капуста, блин. А пушка упала, она перекопала землю. Это было жесть. Ну я до нее дотронулся, по крайней мере. Лови! Переходим от бесцельной стрельбы в цельную. Цель. Выставили пушку, установили кокос в руке, прицел навели, проверяем. Поджигаем, проверяем. Почти! Но она отскочила от земли, не в счет. Надо выше поднимать. Офигеть, это реально без монтажа. Смотрите, сзади отстрелила кусок, блин, цели. Попытка number 2. Ого, блин. Кокос так попрыгал, как жаба. Бум-бум-бум. Выстрела, кокос без волос, но по-прежнему целый и готов к третьему полету. Еще выше, блин, как так? Давай, малыш, в добрый путь, так сказать. Цель! Не в центр, но в цель!
30 метров, 4 выстрела. Вы только посмотрите, что случилось с кокосами, ребята. Аннигиляторная пушка! Ой, камера писала. Да. А теперь, ребята, попробуем поднять ввысь баскетбольный мяч и посмотреть, как же он высоко улетит. А может, даже квадрик собьет. Давай, не подведи. Мяч разорвало! Раскривушка получилась. Тёма обидится, это его баскетбольный мяч, это он у нас баскетболист. Останется человек без спорта. А теперь, ребята, отправляем нашу курочку в полет вслед за баскетбольным мячом. Вот там в балке где-то ходят охотники, что-то там по улкам стреляют. Сейчас проверим их реакцию. Мала принимает солнечные ванны. Ты готова? Говорит, готова. Заряжаем, полетели. Да быстрее ты. Вот сейчас кому-то пукан припекет. О, я ловлю тебя, мала, ловлю. Блин, не поймал, она чуть в Тёме на голову не села. Блин, ну баскетбольный мяч, конечно, было намного эпичней. Фальстарт охотникам, извините, ребята, останется нашей собаке. А теперь, ребята, баночка Пепси была бы, но она, к сожалению, закончилась. Поэтому переходим к шампуню. Кстати, у вас последний шанс подписаться на Live Today, потому что после этой баночки, бутылочки, мы заканчиваем. А теперь валим, валим, валим. Что такое, просрала? Димон, иди вынимай. Я не пойду теперь туда. Вить, сними, что все стоят, 10 человек, все, блин, иди. И никто не хочет идти смотреть теперь туда. Нет. Он упустим идет. Попытка номер 2. Давай. Да быстрее. Она осталась целая! Кто говорил, что она разобьется целая? Осталась, ребята! Да ей вообще пофиг! Бутылка стала, как будто ей уже 100 лет. Нажим, дос, твоя. Аннигиляторная пушка. Все, пока. Пока-пока.